По предварительным данным, участие в президентских выборах приняли около 78% кубанцев, имеющих право голоса. Больше всего жителей края пришло на избирательные участки в Кавказском, Каневском, Кореновском, Тихорецком и Павловском районах. Всего же кандидатуру действующего главы государства на Кубани поддержали более 2,5 миллиона человек. Вениамин Кондратьев поблагодарил всех кубанцев за активное участие в выборах. Кроме слов «благодарность», рассказать нечего. В очередной раз жители края оказали доверие Владимиру Владимировичу Путину. Теперь уже бесспорно и ни у кого сомнений не вызывает. Я хочу вам всем сказать огромное спасибо за то, что выборы прошли на высочайшем уровне. За то, что мы дали такой рекорд для нашего края, результат по явке. И здесь, конечно, благодарность, нужно сказать, всем жителям края, кто пришел на избирательные участки, кто проголосовал, кто просто проявил свою жизненную активность, кому было не все равно, каким будет и край, и страна в ближайшие 6 лет. Отдельную благодарность Кондратьев выразил правоохранителям. Безопасность на избирательных участках края обеспечивали более 15 тысяч человек. Это полицейские, росгвардейцы, казаки и дружинники. А затем, чтобы выборы прошли честно и открыто, следили общественные наблюдатели. Подчеркнули наши общественники хорошее настроение наших граждан. Они приходили семьями. Это был праздник. Хотела бы сказать, что вот здесь мы сработали едино, власть и общественники, и гражданское общество. То есть это говорит о зрелости кубанского гражданского общества. Люди пришли и проголосовали. Второе, это говорит о взаимодействии общественников и власти. Нас власть слышит, понимает. Краснодарский край, который традиционно, как нам сказали, считался сложным регионом в плане организации там, чистоты, прозрачности выборов, с чем мы категорически не согласны были и 3 года назад, теперь совершенно по-другому предстал не только для иностранных наблюдателей, о чем мы говорили, но и для наших коллег и партнеров из Совета по правам человека при президенте. В целом на избирательных участках края работало более 15 тысяч наблюдателей. Из них 1500 человек представляли интересы политических партий. Свыше 8 тысяч наблюдателей были от кандидатов. Более 5 тысяч – это члены общественных палат России и Краснодарского края. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.